Стратегическая инициатива в войне перешла в украинскую армию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным. В этой войне парадоксально переход стратегической инициативы в Украину ознаменовался двумя новостями. Три на самом деле, но ну, о а третью я молчу. Первое – это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться, не смеяться. Во второе – это уничтожение российского полка в САКах, сообщил он. В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и содержимое местности будет не российское командование, а украинское, считает Арестович. Украинская армия доказала еще в 2014 году, что она умеет освобождать города, не уничтожая мирное население, просто принуждая противника к уходу, так же, как мы Освободили Бучу, Гастомель и Ирпень. Просто начали обходить налево и направо. И они, чтобы не попасть в окружение, срочно вывели войска без штурма. Что-то подобное может произойти с Энергодаром, Херсоном, со многими местами, отметил в Совете главы офиса президента.